До наступления нового 2020 года осталось менее 5 дней. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Готовность зимника на Ринмар-Усинск к эксплуатации оценила сегодня, 27 декабря, специальная комиссия. Движение по зимнику открыто для всех видов транспорта. В Ненецком округе действует целая система мер поддержки сельхозпроизводителей. С 1 января 2020 года в регионе начнут действовать льготные тарифы на электроэнергию для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельхозпроизводителей, которые работают на селе. Цена будет снижена до 8 рублей за 1 киловатт-час с учетом НДС. Ненецкая нефтяная компания передала блочные локальные очистные сооружения по улице Бандарная управлению городского хозяйства Нарьинмара. Это важное событие для коммунальной сферы города и первый шаг к дальнейшему благоустройству микрорайонов Лесозавод и Новый поселок. Воспитанники детской школы искусств города Нарьинмара приняли участие в концерте детского хора России, который в преддверии Нового года прошел в Государственном Кремлевском дворце. Своими впечатлениями ребята поделились с телеканалом «Север». Готовность зимника Нарьинмар-Усинск к эксплуатации оценила сегодня, 27 декабря, специальная комиссия в составе представителей профильного департамента централизованного стройзаказчика и подрядчика компании «Стройуниверсал». Для проведения замеров толщины льда в состав комиссии был включен специалист Центра ГИМС МЧС России по Ненецкому округу. Телеканал «Север» также продолжает следить за ситуацией на ледовой переправе в республике Коми в районе Усть-Усы, столь важной и для автомобилистов Ненецкого округа. На этой неделе два большегруза, нарушив запреты по ограничению грузоподъемности транспорта, повредили ледовую переправу. Речь даже шла о ее закрытии на период восстановительных работ. Как сообщается на сайте администрации Усинска, движение по зимнику затруднено, но открыто. В этом году зимняя дорога на Большую Землю была открыта 20 декабря. Это стало возможным благодаря качественной и быстрой работе предприятия «Темпдорстрой». К указанному сроку минимальная толщина льда позволила открыть проезд для легкового транспорта весом не более 3 тонн. К сожалению, не все водители автомобилей большегрузов обращают внимание на знаки и, невзирая на опасность, выезжают на лед. На протоке «Виловатник» 24 декабря два «КамАЗа» частично провалились под лед. На данный момент машины вмерзли в лед, при этом не мешают проезду легковушек. 25 декабря глава Усинска Николай Такаев выезжал на переправу вместе с комиссией. Принято решение зимник не закрывать. Однако проезд по ледовой переправе технически ограничат по высоте для грузовых автомобилей. Работы по установке ограничительных препятствий и дополнительных знаков уже начаты. Меры поддержки сельского хозяйства должны напрямую коррелировать с повышением качества жизни в селах, отметил глава Ненецкого округа Александр Цибульский по окончании заседания Государственного совета Российской Федерации, который прошел накануне в Москве под представительством главы государства Владимира Путина и был посвящен вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета, посвященное аграрной политике государства. На повестке дня вопросы эффективного сельхозхозяйственного производства и развития сельских территорий. Участие в заседании приняли председатель российского правительства Дмитрий Медведев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы министерств и руководители субъектов Российской Федерации. С основными докладами на заседании Госсовета выступили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В ходе заседания глава региона обратил внимание на вопросы, которые требуют особого внимания. И здесь, конечно, прежде всего вопросы экономики сельского производства, комфортной среды для жизни, условий для повышения благосостояния людей и, разумеется, дальнейшее укрепление позиции российского АПК как современной, глобально конкурентоспособной отрасли, отметил Путин. По окончании заседания в своем комментарии информационному агентству «Нао-24» Александр Цибульский, в частности, сказал: «Президент совершенно четко сформулировал основной принцип комплексного развития сельских территорий. Для того, чтобы развивалось село, недостаточно вкладывать ресурсы только в развитие агропромышленного комплекса. Меры по поддержке сельского хозяйства должны напрямую коррелировать с повышением качества жизни в селах. Необходимо вкладывать ресурсы в развитие первичного звена здравоохранения, обеспечивать нормальный образовательный процесс, транспортную доступность». Глава региона также отметил, что в Ненецком округе действует целая система мер поддержки сельхозтоваропроизводителей,
В прошлом году расширили перечень льготных категорий потребителей электроэнергии, а с 1 января 2020 года в регионе начнет действовать льготный тариф на электроэнергию для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельхозпроизводителей, которые работают на селе. Цена будет снижена до 8 рублей за 1 кВт-час с учетом НДС. По мнению губернатора, решение вопросов, связанных с комплексным развитием сельских территорий, с повышением объемов и качества производимой аграрной продукции, зависит и от заинтересованности в этом процессе глав сельских муниципалитетов. В окружной администрации состоялось итоговое заседание Управляющего совета по организации проектной деятельности. Основной темой обсуждения стала оценка достижения показателей и результатов региональных проектов в 2019 году. В новой редакции были утверждены 27 паспортов региональных проектов, входящих в состав 9 национальных проектов – образование, здравоохранение, демография, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги и других. В частности, изменения в паспорт регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» связаны с увеличением бюджетных ассигнований из федерального бюджета до 46 миллионов 800 тысяч рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребенка, а изменения в паспорт регионального проекта «Старшее поколение» с положительным рассмотрением заявок администрации округа по строительству дома-интерната. В региональном проекте «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» установлен новый целевой показатель по количеству самозанятых граждан – 800 человек к 2024 году. Это связано с тем, что Ненецкий округ подключится к пилотному проекту по введению налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года. Как отметила во время своего доклада вице-губернатор Ненецкого округа Татьяна Логвиненко, в настоящее время регионам заключены соглашения с федеральными ведомствами о реализации на территории округа 44 региональных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов, реализуемых в рамках указа президента Российской Федерации. Вместе с тем на заседании было отмечено, что по итогам 2019 года существует риск не достигнуть плановые значения по таким региональным проектам, как «Чистая вода», «Содействие занятости женщин», «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Всего на реализацию региональных проектов Ненецкого округа в 2019 году было предусмотрено более 4,5 миллиардов рублей. Ненецкая нефтяная компания передала блочные локальные очистные сооружения по улице Бандарная управлению городского хозяйства Нарьинмара. Подрядчик провел пусконаладочные работы на объекте, завершив тем самым обязательства по контракту. Муниципальный контракт на строительство блочных локальных очистных сооружений на Бандарке был заключен с ННК в июле 2014 года. В процессе строительства подрядчик допустил отклонение от проектно-сметной документации. Впоследствии в нее были внесены изменения. 2017 года, собственно говоря, как мы начали работать, мы этот контракт разморозили, планомеры подошли к стадии его решения и нашли взаимоприемлемое решение для нас и для подрядчика Ненецкой нефтяной компании. И 19 числа мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Как нам рассказал представитель компании-подрядчика Сергей Махин, блочные локальные очистные сооружения соответствуют всем требованиям по очистке воды. Предварительно идет механическая очистка, там, а после уже биологическая. После биологической очистки через аэротенки поступает сток на фильтр очистки и после этого на ультрафиолет. После ультрафиолета обеззараживания идет уже сброс в реку. Здесь две технологические линии по 250 кубов в сутки. То есть того 500 кубов в сутки – это проектная мощность объекта. Сейчас на очистные идет автоматическая подача стоков и запущен процесс очистки. Пока стоки поступают не по коллектору, а привозятся осенизаторскими машинами с городского коллектора и затем сгружаются в канализационную насосную станцию, которая находится рядом с мясокомбинатом. Идет разделение от объектов наши очистные и отдельно объект коллектор, тот, который идет с КНС-ки в район нового поселка напротив мясокомбината, который стоит. То есть тот объект сдадут, соответственно, пойдет уже сток по коллектору к нам сюда, как предполагалось по проекту. То есть завоза его извне машинами уже не будет осуществляться.
настоящее время управление городского хозяйства оформляет документы для передачи объекта ПУК-ИТС, которое будет эксплуатировать блочные локальные очистные сооружения. Как отметил глава Нарьян-Мара Олег Белак, завершение строительства очистных сооружений на Бандарке – важное событие для коммунальной сферы города и первый шаг к дальнейшему благоустройству микрорайонов Лесозавод и Новый поселок. Уже со следующего года будем решать вопрос по подключению объектов коммунальной инфраструктуры и решение вопроса по благоустройству тех домов, которые не подлежат расселению и которые в дальнейшем будут эксплуатироваться. По словам мэра города, чтобы коммунальная сфера работала без сбоев, необходимо ее модернизировать и поддерживать в должном состоянии. Следующим шагом будет завершение реконструкции второй очереди центральных канализационных очистных сооружений. Этот вопрос власти города планируют решать в 2020 году. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Общественный совет при Министерстве внутренних дел России провел заседание в режиме видеоконференц-связи, в рамках которого были рассмотрены итоги его работы за 2017-2019 годы. В заседании под председательством Анатолия Кучерены принял участие министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев. В ходе заседания общественного совета министр внутренних дел отметил, что совместными усилиями удалось добиться больших результатов как на федеральном, так и на региональном уровнях. По словам Владимира Колокольцева, проведены мероприятия, нацеленные на повышение престижа службы, пропаганду законопослушного поведения, совершенствование правовой культуры населения. Общественный совет при МВД России по Ненецкому округу стал эффективной площадкой для конструктивного диалога с общественностью, осуществления обратной связи с населением и гражданского контроля над деятельностью органов внутренних дел. По результатам изучения общественного мнения о деятельности полиции по данным МВД России, сегодня Ненецкий автономный округ занимает 12-е место в целом по России. Это говорит о защищенности от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество граждан на территории Ненецкого автономного округа. Это, естественно, является очень хорошим показателем. И по этим данным, которые представляет нам МВД России, это очень высокий уровень. Деятельность общественного совета при управлении МВД по Ненецкому округу нацелена не только на укрепление взаимодействия с общественностью, но и способствует формированию объективного положительного общественного мнения о работе полиции. Воспитанники детской школы искусств города Нарьян-Мара приняли участие в концерте детского хора России, который состоялся 23 декабря в Государственном Кремлевском дворце. 23 декабря на сцене Кремлевского дворца звучали известные и всеми любимые песни в особенном исполнении, ведь перед зрителями выступали дети с чистыми и звонкими голосами. Среди представителей всех регионов нашей страны и воспитанники детской школы искусств города Нарьян-Мара. Сцена тоже была большая, непривычная для нас, но потом как-то освоились и вроде стало хорошо. На протяжении 5 дней ребята группами по 150 человек репетировали с известными дирижерами, учились слушать друг друга, взаимодействовать в таком большом коллективе. У нас были прекрасные дирижеры, которые, мне кажется, отдавались полностью музыке. Они прям даже танцевали, то есть прям очень энергично были на сцене. Концерт проходил в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Это такая школа, которую можно пройти вот именно на этом уровне, вот только на этом уровне, повидав всю эту кухню и поучаствовав в ней. На одной сцене с ребятами выступали звезды российской эстрады, такие как Лариса Долина, Дмитрий Маликов, оперный певец Николай Диденко. Они еще несут огромную энергетику, и ты тоже начинаешь более так шевелиться, что ли, раскрепощаться. То есть они, когда поют, они это уже делают как с душой. А мы, то есть, все стоим как бы солдатиком, все вот просто ноты у себя, слова в головах включили. Когда они начали петь, ты вот начинаешь как-то открываться на сцене и как-то более свободно себя чувствуешь. Напомню, детский хор России основан в 2013 году Министерством культуры Российской Федерации и Всероссийским хоровым обществом. В его состав за 5 лет вошло более 1000 одаренных детей в возрасте от 10 до 14 лет из всех регионов страны. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, телеканал «Север». И в завершении выпуска «Хорошие новости». Лиза Михальченко в этом году прошла целых 4 курса реабилитации в России. –
На сегодняшний момент состояние здоровья намного улучшилось. Наталья Кислякова продолжит тему. Напомню, эта история произошла год назад. К нам в редакцию обратилась мама Лизы Асия с просьбой осветить проблему. Когда малышке был еще годик и никто не знал диагноза, Асия с помощью родственников и друзей смогла вывести Лизу в различные реабилитационные центры. Ведь девочка попросту не могла сидеть и вставать. На тот момент они еще не знали, с какими проблемами им придется столкнуться. Когда Лизе исполнилось 2 года, ей поставили диагноз – ДЦП. Это годик. Представляете, ребенок в годик лежит и ест, да? И вот здесь вот она вот с игрушками играет, она практически не переворачивалась. Не сидела, все время. Не сидела и не вставала. Это нам год, да? Признаки года мы знаем, да, когда ребенок уже должен сидеть, уже ползать хорошо, да, и уже вставать, игрушки, да, и, возможно, делать первые шаги. У нас этого не было. И, к сожалению, нам даже не было у нас диагноза. Собрав все силы, Асия с Лизой ездили в государственные реабилитационные центры. Но все попытки были тщетны. Только благодаря центру Натальи Пыхтиной, в которой на реабилитацию семья Михальченко собрала все свои денежные средства, Лиза смогла сделать первые шаги. Посмотрите! Сразу после реабилитации Асия решила поделиться своей радостью и обратилась к нам в редакцию год назад. Тогда о маленькой Лизе узнал весь округ. Жители региона всего за неделю собрали необходимую сумму на дорогостоящий курс реабилитации. Однако, чтобы девочка могла ходить, необходимо было не менее 4 таких курсов в год. На помощь семье Михальченко пришли специалисты Красного Креста. Ася Николаевна к нам обратилась в конце 2018 года, в октябре, за помощью по приобретению авиабилетов. Они собирались на реабилитацию с дочкой. Вот. И, наверное, от этого момента мы уже начали работать с ней более обширно. Да? Не только на авиабилеты выделили денежные средства, но и на саму реабилитацию, потому что она достаточно дорогостоящая. И в дальнейшем она уже после этого обращалась к нам. Мы следили за ее судьбой, всем сердцем болели за нее, конечно. Чтобы Лиза смогла самостоятельно ходить и ухаживать за собой, необходимо еще 5 лет посещать реабилитационные центры. Действительно видно, что и ребенок очень активно и очень радостно занимается. И сейчас ей нужна нагрузка, как логопедическая, так вот лечебной физкультуры, да, то есть ЛФК. Ей постоянно для мышц нужна нагрузка, для того, чтобы она пошла. Помните, какие были вот в передаче сюжет, как радовались они, когда она пошла самостоятельно. То есть этот каждый успех, он просто отражается вот так солнцем в глазах мамы. И когда есть возможность, а возможность у нас бывает тогда, когда наш так называемый этот фонд благотворительный пополняется в Российском Красном Кресте в Ненецком региональном отделении. Пополняется, конечно, он за счет перечислений от физических лиц и от юридических лиц. Диагноз ДЦП лечится до 6 месяцев с рождения ребенка. Асия признается, если бы о проблеме узнали раньше, можно было бы быстрее поставить малышку на ноги. Сейчас Лизе уже 4 годика, и семья не собирается сдаваться. И мы вам хотим подарить, вот такого ангела привезли. Вы для нас символ вот такого ангела. Лизочка, подари, пожалуйста, славеньки, дайте мне. Спасибо вам большое. И вы в руках у нее вот такой голубь. Такой красивый, красивый. Мечта. Это мечта. Детская мечта сбывается. Вы понимаете, мы уже на пути к выздоровлению. Хочется поздравить с наступающим Новым годом. Дорогие родители, тети, дяди, друзья, знакомые, родственники, бабушки, дедушки. Хочется сказать, хочется пожелать. Берегите своих детей и пожелать вам крепкого здоровья. За здоровье Лизы очень переживает ее прабабушка Татьяна Васильевна Карипанова, которой завтра исполняется 90 лет. Семья Михальченко хочет пожелать Татьяне Васильевне крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – ювелирный бутик «Фианит».